Братан, это твой аккаунт? Скажи правду. Yes. Это реально твой аккаунт? Поехали! Давай, да! Здорово всем, ребята, Кентух на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт Бена, и мы посмотрим, что же есть интересного на этом аккаунте. Ну, прямо одну секунду, за такое крутое и эксклюзивное видео прожимайте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, поехали! На этом аккаунте может быть абсолютно все, что угодно, но изначально, ребята, давайте-ка мы спросим у настоящего Бена, его ли это аккаунт, или вдруг это все обман, чтобы набрать лайки. Погнали спрашивать. Братан, это твой аккаунт? Скажи правду. Yes. Это реально твой аккаунт? Yes. Все, Бен, вопрос отпали. Обнял, приподнял, брат. Удачи. Я думаю, то, что после таких железных пруфов у всех отпали вопросы. И первое, на что я обращаю внимание, то, что у Бена элита. Так значит, оказывается, Бен киберспортсмен. А я даже не знал, Бен, братан, ну ты, конечно, красавчик. Смотрим, ребята, профиль. В сезоне номер 3 лучший ранг — это легенда. Так Бен, оказывается, киберспортсмен у нас. Не, почему, чё-то как-то даже не верится. Давайте-ка мы сейчас у Бена-то переспросим. Бен, а это правда то, что ты самый жесткий киберспортсмен? Yes. Братан, обнял, приподнял, лучший. То есть, ребят, вы поняли то, что у Бена необычный аккаунт. Это киберспортивный его аккаунт. И сам Бен — это киберспортсмен. В союзниках тоже лучший ранг легенда. Обалдеть, это же капец, как сложно его получить. Но Бен это сделал. Поэтому, ребята, хэштег Бен Кибер. Неплохо. В общей статистике КД 2.01 и 2400 часов. Чего, Бен? Обалдеть. Ну что ж, давайте посмотрим, как обычно Бен играет в каточке. Потому что, ребята, ну мало ли мне показалось, ну мало ли это вообще бред какой-то. Поэтому мы сейчас сделаем историю матчей и посмотрим, на что же Бен способен на самом деле. А история матчей не грузится, посмотрите. Может быть, из-за того, что Бен настолько жесткий, то что даже история матчей не грузится. 5 минут later. Бен, а вдруг ты бущенный кибер? Мы сейчас все проверим. Смотрим, смотрим. И у Бена 10 на 5, 2 КД. Мой мальчик Бен обнял, приподнял. Так, давайте-ка на рандомную катку, так, с закрытыми глазами. Оп. И тут мы видим Бен 13 на 14, то есть тоже неплохо в одну КД, братан, ну не поганенько. Кент пока даже половину КД не выходит. Так, а тут как отыграл Бен? А тут Бен отыграл на первом месте в плюсовом КД. Бен, ничего себе, ты киберкотлета. Так, а тут-то как? 10 на 9, ну тоже, ребят, очень такие неплохо. Нет, так-то получается то, что Бен реальный кибер, и он не бущенный. Я просто в шоках. Никогда бы не подумал, что Бен, оказывается, это у нас киберспортсменчик. Ну что же, а теперь давайте самое интересное посмотрим, какой же у него клан. Клан называется Team King Win. Я не знаю, что это за клан, но оно нам не надо. Все, запомнили клан, идемте в личное сообщение. Что же тут есть такого интересненького? Листаем. Дай голды сколько можешь, пожалуйста. И Бен пишет: No! Реально, это вот настоящий Бен, смотрите. Привет, я трейдер, хочешь попасть в видео, ау, ау. А я Бен. Обалдеть! То есть, оказывается, это настоящий Бен? Привет. Хо-хо-хо. Ничего себе! Значит, это реально Бен. А ну-ка, а тут что написано? Я Бен настоящий, ответить на что-то. Да, Бен, ответь, пожалуйста. А подписчики на мой канал все подпишутся и лайк поставят под этим видео. А давайте-ка чем у него спросим. Бен, братан, а все лайки поставили и подписались? А? Yes. Значит, подписчики красавчики? 100% красавчики. No. Как это no? Ты пошутил. Yes. Ха, вы красавчики, ребят. Ну а прямо сейчас, ребята, мы приступаем к самому-самому интересному, потому что мы посмотрим, что же есть у Бен в инвентаре. Что, ребята, я закрываю глаза. 3, 2, 1 и... Так, 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 так. Это только начало. У Бен в инвентаре есть куча-куча кейсичков. Это, ребят, все понятно само собой. Но для меня самое-самое интересное, это какие же есть тут крутые скины. Есть крутые прикольные чармы, крутые прикольные наклейки. То есть все по дефолтику, все как обычно. Блин, вы посмотрите, сколько у Бена наклеек. Неужто Бен трейдер? Бен, братан, ты еще трейдер? А может, у него спросим на всякий пожарный. Бен, так оказывается, ты еще и трейдер? Yes. Понял. Вопросы отпали. Листаем ниже, 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 ниже. Ничего себе, сколько не стоит? 25 голды, ну недорого, недорого. Листаем вниз, вниз, вниз. Ой-ой-ой, перчатки пошли. У-у-у-у. Три пары перчаток.
Три ножичка, ничего себе, Бен богач! 4-5 ножичков! Посмотрите, как же много аркан! Посмотрите на все эти крутые, дорогущие брелки! Вау, даже у меня нет такой эмочки, а у Бена есть! Значит, оказывается, Бен и киберспортсмен, и трейдер. Ничего себе, Бен-то при бабках, да? Обалдеть, статрек М16 Винджет! Я в шоке, Бен, обалдеть, 1600 килоу! Посмотрите на все эти крутые, классные наклейки. АВМ Спорт В2? Это сон? Это шутка? У Бена есть АВМ Спорт В2? Я просто не верю, вы понимаете, насколько же богатый Бен. Бен, братан, подари мне АВМ Спорт 2. А может мне Бен подарить? Давайте спросим. Бен, братан, ты богач. Дай пожи АВМ Спорт 2. Пожи. No. Блин, я так и знал. Аккаунт Бена стоит больше 100 тысяч голды. Посмотрите только на этот АКР Некромансер. Ребята, это просто АКР моей мечты. Какой же он красивый, какой же он сочный. Обалдеть. Посмотрите, ну и спи писецкие, крутые, дорогущие наклейки. Блин, я листаю вниз. Я просто не верю своим глазам. Ребята, просто посмотрите на все эти крутые, блатные наклеечки. Бен, братан, я просто в шоках. Также, ребята, я заметил то, что у Бена есть очень много разных кейсечков. Может быть, если Бен разрешит, мы прямо сейчас их откроем. Ну, короче, Бен, можно такой неловкий вопросик задать? Мне очень неловко, можно или нет? Ну, прям, немножко такой личного характера, родной, можно? No. Братан, ну, пожалуйста, дай вопросик, умоляю, хочешь, на колени встану? No. Брат, пожалуйста, дай мне один шанс, ради семьи. Yes. Братан, можно я открою все твои кейсечки, и я постараюсь тебя порадовать и выбить тебе ножичек? Yes. Бен, ты лучший! Yes. Ну что же, начинаем с импар кейсочка. Ребят, я сделал бустецкий, потому что, ну, я не могу огорчать Бена. Вы понимаете, если Бен будет злым, это будет очень плохо. Надо порадовать Бена, поэтому, ребят, хэштег Бен не плачь, хэштег перчатки, потому что Бену холодно, зима, сами понимаете, да, зима, холодно, морозы, а Бен, блин, без перчаток ходит. Так, ребята, выбили М4 демон, понимаю. Попытка номер 2, надеюсь, она будет немножко поуспешнее, поудачней. Поехали. Как же много перчаток прилетает. А вдруг нам сейчас повезет и нам будет обратно М4 демон? Да вы прикалываетесь? Не знаю, может быть, я что-то делал неправильно. Может быть, давайте мы спросим Бена, с кого кейсечки начать. Может, короче, Бен, братан, 2 кейсечка открыл, выпала полная лажа. Можете спросить, с кого кейсечка лучше начинать, чтобы ты дал совет? Yes. Фейбл кейсечки. Хо-хо-хо. Понял. Райвел кейсечки. Yes. Понял, все, без проблем. Не, ну, ребят, услышал, что сказал Бен. Если Бен сказал Rival кейсечек, это означает, что мы сейчас делаем буст на все 4 арканы, да? Раз, два, три, четыре, пять. А, блин, аркан тут больше, чем 4. 5, 6. И просто, ребят, закрываем глаза. Я уверен, если Бен сказал, значит, сейчас я открою глаза. И тут будет же команда, там какой-то Floral, например. И... Desert Eagle Dragon Glass. Так, ребята, я не хочу расстраивать Бена, потому что если Бен будет злым, то он даст мне по попе. А если Бен даст мне по попе, то я дам по попе вам. Поэтому, ребята, собрались и полетели. Надеюсь, нам повезет. Да, Иркан, опа, легендарочка. Это уже хорошая примета. Я думаю, Бен уже доволен, уже нормально. Так, у нас остался еще один Rival кейсечек. Я делаю максимальный буст. Я очень надеюсь, что нам повезет. Я очень надеюсь, что мы не обкакаемся. Фух, ребята, просто я смотрю на этот Джигамада Флорал. Я уверен, что Бен хочет, чтобы он был у нее на инвентаре. Поэтому, ребята, поехали! Давай. Ловим, ребята, ловим. Джигаманда, как только видим, просто ловим руками. Ай, блин, не споймали. Зато мы споймали М40 Бигл. Ну, капец. Так, ребята, Райвел кейсечки закончились. Давайте дальше спрашивать у Бена, шо к чему. Короче, Бен, Райвел закончилась коллекция. Давай дальше. Фейбл. No. Эмпайр. Скорпион? Yes. Понял, брат, то есть любишь Скорпион коллекции, да? Понял, брат, понял, твоя слабость. Брат, я понял. Так, ребята, прямо сейчас, когда открываю Скорпион кейсики, как вы думаете, какой же любимый скин Бена из этой коллекции? Напишите прямо сейчас в комментариях. Ну а мы, ребята, просто пух, полетели. Сейчас прочекайте, сейчас будет Скорпион Скрэч или Скорпион Вейл или Акернана. Да, спасибо большое. Блин, ребят, мне страшно, давайте ему обратно аккаунт, потому что если он увидит, что я ему повыбивал такие скины, он скажет: кентуха, писают тимуха, ты еще выбил. Ну, ребята, давайте верить в лучшее. Просто, мы должны это сделать просто. 3, 2, 1, поехали. Просто, ребят, поехали. Максимально, и мне выпадает 5-7 в рейс.
Ну, чем гость сказать? Ну, немножко мы облажались. Немножко что-то выпадать не тот дроп, который мы хотели. Так, давайте еще раз. Я делал буст раз, я делал буст два, я делал буст три, я делал буст четыре, делал буст пять, делал буст шесть. Поехали! Просто, ребят, поехали! Просто поехали! Поехали, 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 поехали! И... Зашибись, плюс рарочка. Так, ребят, у нас осталось, получается, 3 фейбл-кейсечка и 1 импар-кейсик. Я продолжаю так. Пока Бен не видит. Давайте мы еще один фейбл-кейсик откроем. Пока Бен не видит. Просто так, делал буст раз, делал буст два и поехали. Ну, а после этого мы еще Бена спросим, что открывать дальше. Ой-ой-ой. Лучше Бену не знать то, что я открыл этот кейс. Короче, Бен, я немножко обосрался. Осталось 3 кейсика. Говори, импар или фейбл? Эмпайр хочешь? Фейбл! Yes. Понял, братан. Ну так бы сразу и сказал. Все, поехали. Ну чё, ребята, давайте порадуем старичка. Мы ща максимально постараемся. Максимально будем думать про аркан, 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 аркан. Думаю про аркану, думаю про аркану, думаю про аркану. И нам выпадает... FNFL Tactical, да, ребят, зашибись, я подумал про аркану. Так, у нас осталось ровно 2 кейсика. Ну что, открываем последний фейбл кейс. Это последняя надежда сделать Бена счастливым. Ох, поехали. Просто, ребята, поехали. И давай, 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 да, 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 да. Мы это сделали, мы это сделали. Да, Бен будет доволен. Давайте еще Бену скажем, ты рад или нет. Я просто в шоке, Бен, братан, я выпил... Нож, бабочка, дрэнглэс. Ты рад? Yes. Братан, просто кто лучше? Я лучший. No. В смысле, ну? Я тебе нож выбил, я лучший? Yes. Ха, вот так бы сразу. Обалдеть! Я просто в шоках, ребята! Нож, бабочка, дрэнглэс. Обалдеть. Так, и открываем последний паркейсик. И нам уже абсолютно все равно, что с него выпадет. Потому что мы, ребята, только что выбили нож, бабочку, Dragon Glaze, которая стоит, на секундочку, на секундочку, на секундочку, на секундочку, она стоит 2300 голды. Поэтому, ребята, просто прожмите за это лайк, потому что мы в огромном плюсе, и я уверен, что Бен будет очень-очень рад. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, если вы хотите продолжение видео с Беном. Также, ребята, я каждый день в моей телеге разыгрываю промокоды, поэтому если вам нужен на халяву промокодик, прямо сейчас приходи ко мне по ссылочке в описании в телегу и подписывайся. Жду всех там. Все равно приподнял. Всем пока.